Дякую Господу, пастору і вам, що маю таку можливість бути з вами. І дійсно дуже багато чого є сказати, але знаєте, прошу Боже, дай мені <світ> мудрість сказати так, як треба. <світ> Слава Богу. Бо дійсно відносно всіх праздників, це дуже важлива частина. Чому? Бо це сказав Господь. Господь сказав і дав праздники для свого народу. І це є. Божі праздники, ви знаєте, це перше це песах, але спочатку треба казати про шабат. Перше це шабат. Потім йде песах, потім іде шавот, тобто П'ятидесятниця, і потім йде сукот. Це дійсно це те, що Господь заповідав. Якщо я буду казати по-русски, я вибачаюсь, прошу пробачення. Але є праздники біблійні, як сказав пастор, дійсно, це. Тоді, коли Бог дуже явно проявлявся. І це такі речі дуже важливі. Чому? Бо є такий праздник Ханука, коли нас хотіли перебатити, щоб греческе вліяння було на нас. знаєте. Красота тіла, культуризм і все таке, щоб ми оставили кого? Бога. Це Ханука. Тобто нас хотіли просто, знаєте, асимілірувати, просто і це зробити. І праздник пурі. А що ж хотіли зробити з нами на праздник пурі? Нас хотіли просто знищити як націю. Просто знищити як націю. І, слово Божим, дуже важно і там говориться про ці речі, але я хотів би трошки затронути таку частину. Пам'ятаєте, коли Господь виводить свій народ? І 10 ударів було для єгиптян, пам'ятаєте? Да? Але на сьомому ударі дуже важлива частина произошла. Якщо ви уважно читаєте Слово Божє, там написано: Господь через своїх служителів сказав, буде град. Сьомий удар. І той, хто почув шма, да? той хто почув Євангелія, той, хто почув слово Боже, він що зробив? Від... відгукнувся. Тобто він відповів. це дуже важлива частина. А було сказано, що град, він. Поб'є скот і все, що там є. Це сьомий удар. І дивіться, що відбувається. Ті люди, які були не євреями, вони що зробили? Коли почули, вони свій скот спрятали і самі спрятались для того, щоб гра гратих не побив. Почитайте, по Слову Божу, Боже, і побачите. Про що це каже? То що вони з'єдналися з народом Божим. І далі вже йде. Восьмой удар, девятый удар и десятый удар – поражения первенца, вы помните. И весь Египет, он плачет. И что делает Бог? Он выводит. Но в Слове Божьем написано, что разом с Израилем вышли огромное количество неевреев. Вообще, ортодоксальные евреи говорят, что евреев таки вышло, знаете, сколько? А де ж вони були? Ви пам'ятаєте, коли Моше приходив за Ароном, вони приходили, і фараон каже: слухайте, вам нема чим зайнятися. У вас дуже багато вільного часу. Тепер він каже, будете збирати собі і солому, і будете робити кирпічі, але кількість кирпічів повинна бути така сама, як ви раніше робили. І що зробив фараон? Він просто дав, щоб євреї розсілися по всьому Єгипту. І знаєте, це дуже така. Річ, коли ми розсіялися, ми вже, знаєте, заспокоїлися. Нам гарно тут. Нічого страшного, що ми в рабстві. Ну, побачить, ну що, зібрали солому, передали, хай там ті роблять і все. Тому коли прозвучав слово кажуть, вихід, вони залишилися там. Але багата кількість неєвреїв, які почули Слово Боже, вони приєдналися. І дуже важлива частина для нас, щоб ми зрозуміли. Тепер далі йдемо. Господь каже в Слове Своем, чтобы Амалика, Амалика, ты уничтожил из Поднебесной. И если вы читаете Писание, что делал Амалик? Амалик добивал слабых евреев, которые оставались, и не евреев, которые шли в пути. За что? И это вот беспричинная такая ненависть Амалика. Амалик в переводе означает охлаждающий. Что хочет сделать противник с нами? Охладить. И помните, в Писании написано, лучше бы ты был бы каким? Холодным. Но не будь этим теплым. Вот задача Амалика – охладить нас, успокоить нас. Это все, ну, вот, ну, все, ну, ничего, ничего, все нормально, все хорошо. И теперь я хочу вам сказать очень серьезные, глубокие вещи. <клых> Есть Бог, сотворивший небо и землю. Ему слава. И есть противник против Бога. И как он может проявляться? Он проявляется всегда по отношению к тому, кого Бог что избрал. И вот это зло, оно всегда, оно, знаете, как туча. Она собирается, собирается, собирается. И потом, когда есть тот лидер, который готов одеть на себя эту одежду зла, он одевает. И таким образом появляется Помните царь, которого должен был убить Саму... Са... Саул? Сегодня читал, брат, да? Это первое царство написано, когда Самуил сказал, и он не убил царя Агага. Помните? И вот что происходит? Амалик духовно, он хочет нас остудить, успокоить. И потомки Амалика, вот этот царь Агаг. И мы смотрим, приходит время, и вот это зло одевает злобный Аман. В Израиле это очень сильный праздник, это карнавал. Многие радуются, ликуют, смеются, одевают маски, и фейерверки, потому что в этом проявляется Бог. Месяц Адар. Месяц Адар – это месяц радости. И это самое лучшее лекарство для нас, для того, чтобы Господь исцелил нас от всяких там проблем, от всяких болезней. Нам нужна радость. И вот эта радость называется месяц Адар праздник Пури, когда дети одевают маски, они веселятся. Ну, есть такая традиция, когда ортодоксальные иудеи, они могут даже позволить себе настолько выпить, чтобы не отличать злого от доброго. Ну, тоже такое. Я, я вам говорю то, чтобы вы просто знали. Но мы должны, как верующие, напиваться не вина, от которого блуд и нечистоты, а Духа Святого. И это важная часть. И то, о чем говорил брат, когда свидетельство очень сильные вещи – чтобы мы не отличали, знаете, мы иногда говорим, вот этот хороший, этот плохой. И вот мы с вами подходим и немножко рассказал историю, предысторию. И что происходит, когда царь на, на носор приходит, чтобы поработить и окружить Израиль? Вы помните, Господь через пророка говорит, чтобы отпустили рабов. Князья отпускают рабов. И Господь дает повеление на Вахадоносору, и он разворачивает свои полчища армии, и они уходят назад. Потом князья посмотрели, ну как без рабов, скажите? Ну как же без рабов? Нельзя никак быть без рабов. И что они делают? Они возвращают назад рабов. И по Писанию Господь дает повеление царю Новоходоносору, и он разворачивает свою армию и наступает на Иерусалим, и он порабощает. И таким образом вот это вавилонское пленение на 70 лет, где Господь через пророка Божия предупреждал. И вы знаете, что произошло в Израиле разделение. Два колена, колено Иуды, колено Вениамина, оно пошло в Вавилонский плен, а 10 колен в Ассирийское пленение, так они и не вернулись оттуда. Почему? Потому что они ассимилировались. Они перестали обрезать своих детей, они перестали соблюдать шаббат, они перестали кушать чистую пищу кошерную, они просто ассимилировались и смешались с теми народами. Все, они больше и не вернулись. И вот остается этих два колена, колено Иуды, колена Вениамина, и они находятся в Вавилоне. И вот эта история, о которой мы с вами будем сейчас считать, будем говорить, это праздник Пурим, Пур, жребий. И мы с вами подходим к Потому что это уже 67-й год, когда Израиль находился в плену в Вавилоне. И интересно начинается рассказ книги Исфири или Эстер, кто как читает, потому что есть заповеди. Заповедь очень простая в Израиле. Ты должен слушать Мегелат Эстер. То есть книгу Исфири или Эстер ты должен слушать. Хорошо, когда ты ее читаешь. Следующее очень важно. Друг другу нужно послать что? Подарки. Знаете, вот это важная часть друг другу нужно пода послать подарки, но перед праздником пурим пост и молитва, потому что Эстер, но ну, и Сфир, она молилась три дня и три ночи, и мы с вами к этому подойдем. А вы знаете, когда пост объявляется, и то, что ты должен был потратить на себя, ты на себя не тратишь, ты должен отдать тому, кто нуждается. Хорошая заповедь. Очень простая, знаете. Ты постися, ага, ты должен был на себя потратить, например, там, примерно, там 50 гривен, а ты знаешь, что нуждается, да? отдай ему, потому что ты это как, действительно делаешь как заповедь, как мецвод. Это важная часть. И вот мы с вами постепенно теперь подходим к празднику Пури. Как я сказал, это карнавал, это радость, это веселье, э, ликуют, радуются дети по всему, но нужно приготовиться, к чему? Потому что когда читается Мегелат Эстер, книга Исвир, и когда произносится имя злобного Амана, что делает Израиль, вы знаете? Они топают, они трещат, они кричат. И многие люди, пожилые, скажут, «Это что они сумасшедшие, что ли? Будьте как дети. Я вам сейчас скажу место Писания, чтобы вы увидели, где Елисей говорит царю Израильскому. Это 4 царство, 13 глава, 18 стих. Там уже с 15 по 18, но вы посмотрите 18 стих. Елисей уже болен. И царь Израильский приходит к нему и говорит, потому что он в окружении, постоянно те войны и все остальное. И он ему говорит некоторые вещи сделать. четвертое царство. Откройте, пожалуйста, для себя, и вы увидите. То есть, к чему я это говорю? Нужно ли нам топать или хлопать? Знаете, это вот это. Почему? Потому что Господь сказал, чтобы вот это имя Амалика было уничтожено из Поднебесной. Все. И для нас иногда многие люди говорят, ну я же пожилой. Ну что мне там топать? Это дети пускай топают. И посмотрите, что написано в Писании. Очень интересный момент. прочитаем с вами. Четвертое царство, 13 глава и 18 место. Очень хорошее писание говорит нам. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял. Это царю, чтобы вы просто представили себе. И сказал царю израильскому, бей по земле. Ну что, я сумасшедший, что ли, какой-то? Скажите. Ну, представляете, возьми стрелы и бей по земле. Ну, а зачем это нужно? Для чего? Потому что мы должны понять, есть некоторые вещи, которых мы не знаем, но я вам говорил о том, что вот в этих праздниках очень сильно проявился кто? Бог. И нам нужно понять, когда действительно это зло собралось, и мы видим, оно оделось на Амана, оно оделось на Гитлера, и теперь оно оделось на того человека, который там посылает эти полчища, чтобы уничтожить нацию здесь. И мы должны понять, что это война, очень серьезная война. Это война света с тьмою. И здесь дальше написано, смотрите, «Бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, «Надо было бы бить пять или шесть раз, тогда бы победил ты, сириян, совершенно». А теперь только три раза поразишь сириан. Скажите, это серьезно? Как вы считаете? Очень серьезно. Потому что у Бога ничего случайного нет. И вот эти вещи мы с вами увидели, насколько важно. Поэтому, когда читается Мегелат Эстер и когда произносится имя злобного, то Израиль трещит, кричит, топает, хлопает, потому что чтобы уничтожить это имя из поднебесной чтобы Бог, Он проявился. И это важная часть. И начинается все очень просто. Начинается все с пира. Все начинается с пира, друзья мои. Царь Артаксеркс, уважаемый, богатый, в его владениях 127 областей. Огромнейшая территория. И вот он празднует. Для того, чтобы показать величие, свою красоту. И знаете, сколько он празднует? 180 дней. Брат свидетельствовал, да? Представляете, 180 дней пить, если ничего не делать, это гулять, это вот это такое состояние. Ну, так текст Писания говорит, и мы с вами, да, я доверяю этому. И потом написано, он показывал великое богатство царцев своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании всех дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузы от большого до малого, пир семидневный. Не понял, 180 дней, и еще после этого еще 7 дней. Вы знаете, это как люди, которые есть проблема, у них такой, как называется этот синдром, за, после этого, как это, похмелья, да, похмелья, да. Вот. Знаете, вот это состояние этого царя, но это важная часть. Для чего мы это читаем? И знаете, очень интересный вопрос. Я думаю, вы, наверное, тоже его задаете. А может быть, нет, это мы, может быть, евреи. Я забыл сказать, меня зовут Сергей, фамилия Пинчук, я женат, имею прекрасную семью, семь детей и трое внуков. Слава Богу. Да. Вот. И вот вопрос. Может быть, это мы просто задаем вопрос? Мы верим в Иисуса. А что мы с этого имеем? Вы не задаете такой вопрос? Да. Мы задаем такой вопрос. И знаете, очень важно. Если ты видишь изменения в своем жизни, в своем характере, значит, он в твоей жизни. Если ты не видишь изменений в своем характере, в своей жизни, он нужен тебе. И хорошая песня была. Ты мне сегодня нужен больше, чем вчера. Вчера уже прошло, а сегодня есть. Слава Богу. И вот так начинается эта книга, которая называется «Исфирь» у нас. И очень интересные вещи. В оригинале ни разу не упоминается имя Господь. Ни разу. Для того, чтобы она попала в нашу книгу, в нашу Библию, и которая называется Синодальная, то есть это очень важно. Нужно было хотя бы один раз вписать имя Господь, потому, потому что по-другому ее не могли взять в канон. Это важная часть для нас, потому что Он проявляется. Теперь смотри, задай вопрос, а проявляется ли Бог в моей жизни? Когда Он проявляется? Когда я показываю себя, свой характер? Нет, когда я послушан Ему. Так теперь важная часть. Исход произошел, вышли, присоединились, теперь я понимаю, подошли к горе Синаю, получили скрижали, получили заповеди, Маше увидел разложение, разбивает эти заповеди. Господь говорит, начните писать но новые скрижали, я напишу то же самое, что было на первых скрижалях. Как важно нам осознать, нужно ли Церкви Божией вот эти праздники – и как важно, для чего? Для того, чтобы мы увидели, как Бог, сотворивший небо и землю, проявляется в моей жизни, как Бог проявляется в жизни моих детей и внуков, когда они ждут этих подарков, когда они ждут этого карнавального настроения. Мне понравилось, как сказала сестра, да, в среду будет у вас знаете, вот эти фокусы показывать. Для чего? Чтобы вы поулыбались, просто расслабились, уже вы поняли, что вы есть дети Божьи. Хотя уже с определенным, может быть, возрастом. Но не, не страшно. Ибо написано, ибо таковых есть что? Царство. Это важная часть. Скажи просто сам себе, когда ты последний раз улыбался? Все время грустный, все время тучный, все время информация тобой овладела, ты все время переживаешь, волнуешься. Посмотри на небо. И пошли туда улыбку. Скажи, Господь, спасибо Тебе, что я живой. Спасибо, ты меня сохранил до этого момента. И вот начинается, продолжая вот этот пир и все остальное. И когда вот эти так называемые князья во главе с артаксерцем, они уже напились, и все, естественно, происходит у царя. Он же хотел показать свое величие, свою красоту. А как без половины, как без жены? Он посылает Евнуха, чтобы позвать Астине. Она должна была прийти и показать свою красоту. Она себе думает, кому? Кому показывать? Они 180 дней там пили, еще 7 дней пьют. Кому показывать? План Божий. И что она не приходит? Но сейчас я вам прочитаю очень интересные вещи для Церкви Божией. И сказал, это книга Сфир, 1 глава, 16 стих. И сказал Мимухан пред лицем царя и князей. Не пред царем одним виновна царица стень а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать. Ничего нам не говорит? Сегодняшнее время, сегодняшнее состояние. К сожалению, когда многие жены, что делают, пренебрегают своими, что? Мужьями. Мужьями своими и говорить царь артаксерск велел привести царицу остинь пред лицо свое она не пошла вот это важный момент чтобы господь помог в каждом доме в каждой семье навести порядок и знаете когда жена она находится на своем месте она имеет огромное благословение когда же она старается быть все во всем, и она все, знаете, там, э, например, там родились дети, все, она там это, ну, кругом, она всем управляет, всем коруя, знаете, всем полностью. И потом она говорит: так он же ничего не делает, так он и ничего не будет делать, потому что ты ему ничего не даешь, ты решаешь все за него. Он еще не успел прибить этот гвоздь, ты уже говоришь, это крыло. Он еще ничего не сделал, ты говоришь, кто это будет делать? И так далее, тому подобное, разворачивается это все. Это серьезная, глубокая проблема сегодняшнего общества. И книга и книга говорит о том, что Пурим он не закончился. И всех праздников, друзья мои, говорят ортодоксальные евреи, что останется по приходу Мессии, останется этот праздник, который называется праздник Пурим. Потому что он там проявился очень сильно. И когда действительно жена понимает, она должна быть помощницей кому? своему мужу. Чтобы он состоялся не таким, как хочет видеть она. Помните, как в той песне? Цветы дарил, там, теща мама называла, ну и так далее, и тому подобное. А чтобы он состоялся таким, каким хочет видеть его кто? Бог. Ты хочешь прибить? Прибей, пожалуйста. Если даже криво, пусть он сам его посмотрит. Не говори ничего. Будь смиренно, будь послушно. Это важная часть, потому что это то, чему учил дядя Гадасу, она же и Свири. Он ее учил. И после вот этого пира, когда это произошло, когда царица не пришла по приглашению царя, было решение конкретно снять полномочия с нее. И нужно было выбрать другую, прекрасную. И вы представляете, 127 областей. Сколько там девушек, которые были прекрасны, с танами, видами и всем остальным. Но почему-то Господь, Он узрел на эту девушку, которую звали Гадаса или же Эстер или же Исвери. И она была на воспитании у своего дяди. Потому что родители что? Погибли. Родители погибли. Она осталась на воспитании своего дяди. И когда чудным образом она попадает в царский дворец, а вы знаете, это непростые вещи. Это как сегодня многие люди участвуют в этом подиуме, знаете, как они показывают все остальное. То Господь дал ей послушание. Она не сказала о том, из какого она народа. Потому что Мардыхай, написано, был иудеянин. Это тот, кто верил в кого? В единого Бога Израиля. И когда она попадает в царские дворцы для того, чтобы ее приготовить к царю, она должна была войти к царю, и он должен был выбрать, кто же будет и кто займет место, место той, которая отвергла царя, потому что она не захотела показать свою красоту, свое величие, то есть она не послушалась его. План Божий, друзья мои, во всем план Божий. И вот когда действительно ее там э, Полгода ее там натирают одними благовониями, потом вторыми готовят для того, чтобы она достойно могла войти к царю. То есть этот процесс занимал целый год. То есть и вся эта история, она, история, говорит, 9 лет это все происходило, на протяжении 9 лет. И вот смотрите, она уже достойно должна была войти к царю. Это не за один день делалось, друзья мои. И что происходит дальше? Обратите внимание, царь Артаксерхс возвеличил кого? Амана. И вот когда произносится, мы должны хлопать, топать. Почему? Потому что этот злобный ничего не хотел как только уничтожить не только Мордохея, а весь Израиль. И когда царь возвеличил его, что начал делать весь народ, когда он выходил? По тексту Писания, помните? Когда он выходил, весь народ должен был кланяться ниц и падать пред ним. Но Бог дал вот этот внутренний стержень Мордыхаю. И он не смирился, и он не преклонился пред ним, и не пал низ пред ним. И тут этот злобный Аман, он что делает? Он решил наложить руку на кого? На Мардыхая. Но когда он узнал, что он иудей, то он решил не только на него одного, а на всех евреев, которые находились на 127 областях царя Артаксеркса. И он приходит, этот злобный ман, приходит и говорит царю, «Царь, вот в твоих владениях есть народ, который отличается от всех народов. У них свой закон, и они не слушают царя и царские повеления. И Аман злобный говорит, что я отвешу, то есть он должен был отвесить в казну 10 тысяч серебра, чтобы уничтожить. Помните, я вам говорил вначале, постоянная борьба. Зла с кем? С Богом. Скажите, что сделали старики и женщины этому злобному Аману, который хотел их уничтожить? Что мы сегодня говорим? Что сегодня сделал народ Украины такое, чтобы приходили и уничтожали? Мы должны просто понимать вот эти духовные вещи. Для чего? Для того, чтобы когда мы молимся, мы говорим, Господь, разруши это зло, которое собралось над нашей землей. И исцели нашу землю, исцели наш народ, Господь. Для того, чтобы действительно, и вот эти люди, которые находятся, эти коллаборанты, эта пятая колонна, которые предают, которые все распродают и все остальное, чтобы Ты их выявил и очистил нашу землю во имя Господа нашего. И Иисуса Христа. И вот, когда этот злобный Аман, он замыслил этот план, он приходит к царю. Царю, конечно, это понравилось очень сильно. Конечно. Царь что делает? Снимает перстень свой и дает ему. Но перед этим очень интересная история происходит. Когда царица Исфирь попадает к царю уже, все как положено, дядя Мардыхай каждый день ходит к ней и наведывается о ее здоровье. Как вам? Это наш еврейский подход. Каждый день это же можно устать, что ж там ходить? У нее все хорошо, она в царских покоях, она все живет. И смотрите интересные вещи. И он скурпулезно выполняет. У тебя все хорошо, ты все кушал, ты ну и так далее и тому подобное. Ты здоровенькая, ну и так далее и тому подобное. И вот что происходит? В это время двое Евнухов, которые стояли у ступени, когда царь спускался, они замыслили, что сделать: убить царя. И написано, что Мордыхай услышал их не заговор. Это, это духовные вещи. Как вы думаете, те люди, которые договариваются убить царя, они будут в присутствии кого-то говорить ничего подобного? Они тихонько совещались. Но Бог чудным образом Мордыхаю, что делает, открывает. И он увидел, вышел, увидел, что какие-то люди между собой сговариваются. И он это доносит царице. Царица донесла царю, царь их призвал к себе, допытались, выявил, что это правда, и их повесили. И вот за то, что Мардыхай спас жизнь царю, его имя записали в книгу дневных записей. Злобный ман этого не знал. И этот процесс дальше разворачивается. И вот происходят эти события, разворачиваются события эти. И все узнали. Иудеи узнали, что злобный этот Аман... Видите, хоть там топают. Он... На протяжении целого года, друзья мои, он не просто так замыслил. На протяжении целого года он думал, он когда спланировать уничтожить весь этот народ. Вы просто вдумайтесь, вот это зло. И вот, и что он делал? Вы знаете, люди, которые поклоняются всяким мерзостям, они знают, в какое время нужно это все делать. Вы знаете, да? То есть они знают, когда вот эти там... То есть и он именно в какое время для того, чтобы уничтожить весь Божий народ. Он бросал жребий. Это год, вы представляете, год вынашивать это все. И он бросал этот жребий. И жребий выпадает на 13 Адара. Год проходит очень быстро. И вот иудеи все узнали о том, что им грозит смерть. От мала до велика. И они начали поститься и молиться. И Писание говорит, что многие ночевали во вретище, потому что они понимали. Обратите внимание, они не делали восстания, потому что они были бы поражены сразу. Но что они начали делать? Они взывали к Богу они взывали к Богу, они постились, они молились, но прежде им нужно было отпустить из сердца рабов, им нужно было примириться друг с другом, чтобы быть в единстве. Как важно нам сегодня вот эта часть Пурима. Как важно нам быть в единстве друг с другом, а не так. Ты с какой церкви? А сколько там у вас членов? А то-то и это начинается, знаете. Нет. Если мы дети Божьи, то мы должны понять, что сегодня Господь дает великую возможность для церкви. И мое мнение, это самое лучшее время для церкви. Именно сейчас. Для того, чтобы многие объединились, стали молиться, чтобы Господь услышал нашу молитву и излил, Он изливает. Чудеса и знамения, вы знаете, происходят, слава Господу. Это важная часть. И вот они постились и молились, и, и свирь Донесли, что дядя ее сидит во вретище перед дворцом. Она посылает своих служанок, она посылает евнухов. Тебе что ты здесь сидишь? И он говорит о том, что над Израилем меч над головой для того, чтобы уничтожить. И евнухи пришли и сказали, царица тебе передала одежду, чтобы ты снял себе это вретище, чтобы ты одел другие одежды. Он говорит, ничего подобного. Потому что опасность, грозит нам всем. И очень серьезные слова говорит дядя, говорит своей воспитаннице. Она ему говорит, что она месяц не была уже у царя. Царь ее месяц не видел, никаких отношений у него с ним не было. И по закону, важная часть, по закону даже царица, будучи женой, без разрешения она не могла войти кому? Царю. Представляете? Почему? Потому что если бы она вошла незваная, один закон – смерть. И этот закон очень серьезный. Это не шутки. Вы помните, когда царю очень нравился муж Божий Даниил, помните? И когда донесли на Даниила, сказали, что вот он не слушается твоего указа, он молится и так далее и тому подобное, то нужно было Даниила что, опустить? Помните? И когда царь утром приходит и говорит, Даниил, живой ли ты? Он говорит, Бог мой сохранил меня. И вот эти вещи очень важны. Почему я говорю? Потому что это был закон, и никто его не мог нарушить. Царь может быть по расположению своего сердца к своей жене. Он мог бы сказать, это моя жена. Я имею право, чтобы она ко мне вошла и не протягивая ей скипетр. Но сидели князья, они бы сказали, есть закон персов и медиан. И он говорит, что если ты не притянул скипетр, смерть. И вот, когда царица, она говорит о том, чтобы Мардыхаю дали другие одежды, он говорит, нет, опасность. И он говорит Евнухам, чтобы они пришли и сказали, что если она не пойдет к царю, чтобы Бог чудным образом избавил народ израильский, то освобождение придет с другой стороны. Вы представляете? Он даже не сомневался. Когда ты имеешь эту уверенность в Боге, который искупил нас от вечных мук ада, что бы ни происходило, ты это имеешь внутри себя. Бог меня что? Не оставит. Бог меня не оставит. И если Он до этого помог мне, Он и дальше проведет меня. Дай мне возможность, Господь, только научи меня доверять во всем Тебе, Боже, и Слову Твоему. И часто я говорю именно, потому что многие люди говорят, мы любим Бога, и мы были на пасторском, там стоял очень вопрос серьезный относительно той или иной, как поступать в это время. И читается Слово Божие и говорится, то меч взял от меча, что? И погибнет. А многие говорят, да не, не, это, это же было тогда написано. Знаете, как сейчас? сейчас. Неужели Бог изменился? Как вы думаете? Писание говорит, Он вчера и сегодня во веки тот же. И Он в Своем Слове. И когда мы подчиняем свое эго, своя Его Слову, мы увидим Его чудные проявления. И вот Мордыхай говорит этим евнухам, чтобы они донесли царице. И царица, когда услышала о том, что избавление для Израиля придет с другой стороны, если она не пойдет, но ты и твой дом не будут иметь благословения. И что она делает? Она принимает на себя решение со своими служанками. Три дня Поститься и молиться. И она попросила, чтобы передали Мардыхаю, чтобы передали по всем областям три дня поститься и молиться, для того, чтобы она могла войти к царю Артаксерсу, чтобы он притянул ей скипетр. Почему важно? Мы сегодня молимся, чтобы Творец неба и земли услышал нашу молитву и притянул к нам скипетр и помиловал нас всех. И это важные части для нас сегодня, для того, чтобы мы понимали, насколько важен этот библейский праздник, который называется Пурим. Мы радуемся, мы веселимся, но мы ожидаем его что? Проявлений. Слава Богу. И вот наступает время, и она приходит к царю. Царь по милости Бога протягивает ей скипетр. И она касается, и она остается жива. И он говорит, что тебе надо? Чего ты хочешь? И что царица Исфирь просит вы помните кто читал хочу пир Обратно пир знаете и интересные вещи она приглашает царя и его первого помощника это которым был то аман и это правда когда мы начинаем стучать вот просто попробуйте и вы увидите насколько это важно в духовном мире она приглашает и здесь начинается разворачиваться план Божий. Вот здесь начинается разворачиваться план Божий. Злобный Аман возвращается к себе домой, рассказывает своей жене Зареш и своим там друзьям о том, что царица, а он не знал, с какого она народа, пригласила его на пир к царю. Знаете, какое, какое преимущество этого человека, злобного, который замыслил, но так сильно улыбался, потому что царица, он же не знал, с какого она народа. Но когда он вышел, он увидел брата Бардыхая. Ну что это такое? Знаете, кругом эти евреи, знаете. Кругом эти евреи. А я задавал вопрос однажды, знаете. Смотрите, Бог дал, два колена осталось, да, колено Иуды, колено Вениамина. И сколько нас по всему миру? Не сосчитать. А вы представьте себе, сколько еще евреев, которые ассимилировались. Но они же все равно остаются у Бога кем? Евреями. Вы можете представить для себя так вот, а просто. И вот интересные вещи. И тут он не поклонился. И Писание говорит, он озлобился. Он пришел в дом, он рассказывает о той радости, что -то его пригласили на пир. И говорит о том, что есть тот, кто ну, не хочет кланяться и все. Что не делай. И обратите внимание, его жена Зареш говорит ему, послушай, нужно его повесить. Но знаете где? Во дворе их дома. Надо ну, ну, додуматься, вот, представляете. То есть, чтобы видели в, через свое окошко, что вот тот, кто не кланялся, вот ему наказание. И приготовили дерево в 50 локтей, ну, 25 метров. Представляете? Приготовили дерево. И вот эти все события, которые происходят, которые разворачиваются, и план Божий. Господь отнял сон. Вы помните, у кого? Артаксеркса. И что он начинает делать? Он читает книгу дневных, дневных записей. И в этой книге было записано имя Мордыхая, который спас ему жизнь. И он говорит, послушайте, а какую почесть дали Мордыхая? никакой, никакой. Вот вам библейский принцип. Если ты сделал добро и помнишь об этом, забывает небеса. Если ты сделал добро, и забыл об этом, то там записано. И ты выбираешь то, что хочешь. Каждый из нас выбирает то, что хочет. Все. И Мардыхай выбрал то, что выбрал. И когда царь узнал, что ему никакой почести не было дано, он говорит, подождите, там, там, там пришел уже человек, который стучится. А кто? Аман. О, давай сюда. И царь говорит, что бы ты сделал тому человеку, которого царь хочет отметить? Скажите, о ком подумал злобный Аман? о себе и он там если вы будете читать он там такое накрутил как говорят как ло как мед так ложка знаете и царские одежды и коня и чтобы по, по городу водили, водили этого коня и говорили вот так царь хочет отметить того кто сохранил ему жизнь то есть ну царь говорит все сказал конечно потому что он уже понимал кому это все это что ко мне вот это наше эго я мне мое всего больше не, не хочу, не знаю. И сегодня хорошо было слово относительно десятины пожертвований. Часто у нас это мое эго, и все. И кроме меня больше никому не нужно. Вы знаете об этом? Это же эго. Вот я же нуждающийся. Естественно, этот злобный, он сказал, нагородил так, что нагородил. И царь ему говорит. И вот смотрите, план Божий переворачивается. Обратите внимание, именно переворачивается. Вот проявление Бога. И он говорит, «Теперь все, что ты сказал». Царь говорит, «Ничего не упусти, но все то сделай Мардыхаю». Аллилуйя! Представляете, что происходит в жизни этого злобного человека, который вынашивал год этот план и все остальное, эта подлость, это все. И жена в том же самом состоянии, как говорят, яблоко от яблони далеко не падает и все остальное. Вы понимаете? не чтобы сказать, что ты делаешь, это зло. Помните, я вам говорил, вот это зло, оно всегда побуждает нас к какому-то злу, не дай Бог. Поэтому Писание говорит и учит нас. Шма, слушай Господа. Делай добро и ходи путями Божьими. Вот это то, что важно. И здесь вот этот злобный, он одевает все, что он сказал для себя на Мордыхая и водит по городу его и возвещает так, царь поступает с тем, кого хочет что отметить. Это для нас. Если ты верен Слову Божьему, если, может быть, тебя люди не принимают сейчас, не разочаровывайся. Придет время, когда многие, которые смеялись над тобой, которые говорили, что ты, куда ты пошел, как брат? какую церковь, ты же, смотри, ты обворовываешь себя. Он же давным-давно обворованный был. И только когда вот это зло снялось, тогда человек протрезвел, и он понял, я сам себя давно уже обворовал потому что этот грех не давал просветления. Вот почему для нас важно сегодня, пересматривая свою жизнь, спросить Господи, вижу ли я Твои проявления в моей жизни? И что происходит? И он возвращается, книга говорит, уже совсем другой, поникший, подавленный в свой дом. И рассказывает своей жене. И жена говорит, это пророческие вещи. И если он иудей, и ты начал падать, не устоишь. Слава Господу! Не устоишь! Это важно для нас сегодня, в то время, в котором мы живем. Все это зло, оно не устоит. И что происходит? Он уже не думал идти на этот пир, потому что он уже не хотел этого пира. Но пришли слуги и говорят, тебя ждут уже, потому что первый пир прошел, и второе, помните, второе желание, когда царь сказал, под выпивший, что тебе надо, обычно, знаете, дают и полдома, и пол царства, и все остальное, знаете, это всегда легко давать то, чего нет, знаете, у нас, вот, и это очень интересные моменты, и вот первый пир прошел, царица Исфирь сказала, что приглашает его на второй пир, вот это я так как бы немножко сократил, и теперь пришли слуги и зовут его на второй пир после полного его поражения, и он идет понихший, и приходит. Теперь начинается все как положено. Царь спрашивает у Сфере, как всегда, ты чего хочешь? И начинается это. Пол царства и так далее. Она говорит, сохрани жизнь мне и моему народу. Он говорит, а кто? Кто мог? Кто мог это даже подумать, чтобы уничтожить тебя? И она говорит, этот злобный Аман. Просто потопайте чуть-чуть хотя бы для себя. Порадуйтесь тому, чтобы действительно победа пришла к нам, в наши семьи, в наши дома, в жизни наших детей, внуков и правнуков. И это важная часть. И царь в гневе выходит из своих палат. Он не мог это, знаете, даже принять себя, потому что тот, кому он дал персень, тот, кому он дал права все, он, оказывается, работал строго на кого? На себя. Все. Вот он проявился. И когда он возвращается, царь смотрит, этот злобный припал к Исфирь, а она, знаете, она, и она как бы от него удаляется, он говорит, и хочет царицу насиловать у меня в доме. И написано очень интересные вещи. Слово вышло из уст царя и накрыло лицо Амана. Слово вышла из уст Церкви Божией и накрыла лицо Амана. И теперь можем просто потопать, чтобы увидеть результаты. И это важная часть и интересные вещи. И один из слуг говорит, послушай, говорит, так он приготовил во дворе своего дома виселицу для Мордыхая. И царь говорит, повесить его. Но еще это только ягодки. Знаете, иногда, когда мы грешим, мы только ягодки срываем. Нужно корень удалить этот. И сверь понимала, потому что когда этот злобный дал указание по 127 областям расслать эти все, чтобы начали убивать всех евреев в определенное время, это же еще никто не остановил. То, что здесь произошло, с Морд... Бог дал Мордыхаю победу над этим злом, это одно. Но закон же говорит о том, что эти письмена нельзя было отменить. Нужен был новый указ. И царица обратно входит к нему. Если вы внимательно будете читать, и обратно он протягивает ей скипетр, она касается, и он дает ей, говорит, чего ты хочешь? Она говорит, тот указ, который был подписан и поставлен на печать, это же был указ твой. Его нельзя отменить. Нужно что? Новый указ. Но смотрите, что делает Бог. Как время проходит. Господь удерживал это все. Вот вы представляете, я живу в Житомире, вы в Киеве, в Виннице, извиняюсь, и там кто-то в Киеве, там, и приходит к начальнику области указ уничтожить всех евреев. Это же, если он не сделает, то снимут что? Голову снимут. Как Бог чудным образом удержал эти указы. Бог проявился чудным образом, чтобы сохранить свой народ. И когда Исфирь говорит об этих вещах, царь говорит, пиши указ. И написан был указ, отправлен быстро, чтобы иудеи стали на защиту своей жизни. Это важная часть для нас сегодня. И поэтому, когда это все начинает происходить, действительно там было очень много пролито той крови, которая хотела погубить и уничтожить весь Божий народ. Но интересные вещи. Написано, что руку евреи, когда одержали победу над теми, кто хотел им принести зло, на грабеж они не простерли. Они ничего чужого не взяли, потому что они знали, не бери чужое никогда. И ты увидишь, насколько это важная цена будет в твоей жизни. И написано, что в дальнейшем, очень интересно, я просто хочу прочитать вам девятую главу, которая очень хорошо говорит, потому что еще у него осталось 10 сыновей. И вот эти вот важные часть, и они тоже были что? Наказаны. Вот эта важная часть со злом, которое, если есть в нашем сердце, если мы ведем борьбу, его нужно искоренить, друзья мои. Не просто ягодки сорвать, знаете, и радоваться. Все, я уже нет. Потому что это зло, оно проявится в тебе. Эта слабость, эта греховность, она проявится в тебе. Может быть, не сейчас, но потом. Но когда оно искоренится, тогда ты увидишь, что же написано в Слове Божьем. Истину станем, что свободны. Вот вам интересные вещи. И в завершение очень интересный момент. Царица свирь, и Мардыхай берут на себя и на детей, потому что своих. Но вы знаете, что очень многие присоединились к иудеям. Знаете, из-за чего? Написано, из-за страха. Когда будете читать, не увидите, написано, из-за страха многие присоединились и стали юдействующими. У нас не должно быть страха. Мы должны просто понять одну интересную вещь: когда ты услышал Евангелие, и когда ты ответил на этот призыв, то Творец неба и земли тебя присоединил к тому народу, который называется народ Божий. Это важная часть. И когда действительно они взяли на себя обязательства, и на детей своих раз в год праздновать с 13 на 14 дара праздник Пурим. И это важно для Церкви Божией, чтобы мы действительно осознали. И перед тем, как я закончу, хочу сказать интересную вещь. В Хануку мы ожидали чудес, как и в Пуре мы ожидаем. И в нашей общине у одной сестры сын 8 месяцев находился в плену. Ну, это трудно передать эти знаете, что мать пережила все это время. Ну и вместе с тем, нам нужно было пережить это все, нужно было ее успокаивать, потому что, знаете, чуть что звонок, она там, вот хорошо было объявление, телефоны отключить, чуть что звонок, сделать замечание, она говорит, я жду от ну и так далее. Приходилось это все нести, слава Богу. И в Хануку, Ханука, знаете, когда в декабре было, да, вот, интересные вещи, Господь сделал чудо. 31 декабря Ей позвонили и сказали, ваш сын уже в Украине. Как вы думаете, она запомнит этот день? Почему важно? Я вам сейчас скажу интересные вещи. Господь говорит своему народу, я тот Бог, который вывел тебя откуда? Из Египта. И знаете, часто многие люди, верующие в Иисуса Христа, они говорят, да, я верю, но ты должен увидеть его проявление в своей жизни ты должен понять, что это тот Бог, который вывел тебя откуда? Из рабства греха, в котором ты жил и находился. Это тот Бог, который проявился в праздник Ханука. Это тот Бог, который проявился в праздник Пурим. Это тот Бог, который проявляется в праздник Песах. Он неизменный. И когда ты так будешь мыслить и думать, у тебя не будет вопроса даже стоять. Так праздновать или не праздновать? потому что оно все придет, потому что в этом ты видишь его чудное проявление. Ты представляешь? И ты понимаешь, что это тот Бог, Он неизменный, и раз Он дал одержать нам победу в праздник Пурим, Он дал одержать нам победу, где там на Голгофе ценой своей смерти. Это тот Бог, который искупил нас и даровал нам эту жизнь, которая называется вечная. Поэтому и наша задача, друзья мои, здесь живя на этой земле в Виннице, в Житомире, где бы мы ни находились, раскрыть Его присутствие, где в мире. А как мы можем раскрыть его присутствие? Думайте только словами? Нет. Через свою жизнь, через наши взаимоотношения. То, что было сказано перед этим, когда ты готов пожертвовать, ты готов отдать частичку своего времени, ты готов прийти, кого-то посетить, за кого-то помолиться, это важная часть. Почему? Потому что если ты этого не сделаешь, это время уходит в вечность. И его не вернуть а Бог дал нам это время для того чтобы мы могли проявлять именно его свет, через наши отношения и через нашу жизнь Пусть Бог благословит и очень важно я не очень долго извиняюсь может быть слишком долго извините но и так я старался сократить сжать эту книгу, но читайте эту книгу и когда вы увидите вот это зло которое накапливается и противостояние кроме молитвы, нам нужно еще верить, что Господь, Он поднимает свой святой ветер на разрушение всяких этих твердынь демонических. И это важная часть. Я хочу просто помолиться. Можно? Отец наш и царь, я благодарен Тебе за каждого. Кого Ты нашел, кому Ты пришел в жизнь, и кто даровал нам победу в Пурим, тот одержал победу там на Голгофе. Это Ты, наш Господь и Спаситель. И пусть действительно через Писание мы просто увидим, насколько все ценно и важно для народа Божьего, для Церкви Божьей. Когда мы это исполняем, то мы этим говорим, Господь, мы послушны Тебе, мы идем за Тобою, и мы действительно видим Твои чудные проявления – в нашей жизни, изменения в жизни наших детей, внуков и правнуков. Мы видим Твои проявления в исцелении, мы видим Твои проявления, потому что Ты помог нам дожить до этого времени. Мы видим, как Ты заботишься о каждом из нас. Ты посылаешь там хлеб и хлебу. Ты даешь возможность, чтобы мы могли еще с кем-то поделиться. И это все Ты. Потому что в Слове Твоем сказано, где двое или трое во имя Твое, Ты посреди нас. И это учит каждого из нас, учит каждого из нас, является ли Иисус Христос центром моей жизни. За все Тебя, Боже, благодарю и славлю. И пусть тот, кто дал нам победу в Пурим, тот, кто дал нам победу там, на Голгофе, наполнит наши жизни, наши сердца смыслом для того, чтобы мы увидели и осознали, насколько нам, как Твоим детям нужно являть Тебя там, где разруха, там, где нищета, там, где действительно вот эти разрушенные сердца, семьи, алкоголь и все остальное, чтобы приходил туда Твой Божий свет – и чтобы мы утвердились еще все больше и больше в Тебе и могли сказать, это тот Бог, который вывел меня из рабства греха, когда я находился там, когда я помирал и никому не нужен был. Это тот Бог, который дал мне чудо в праздник Хану, когда мать увидела своего сына. Это тот Бог, который дал победу в Пурим. Это тот Бог, который заботится обо мне каждый день. И это тот Бог, через раны которого мы исцелены. А я за все Тебя славлю. Я величаю Твое великое имя. Я просто преклоняюсь пред Твоим величием и пред Твоей славой. Пусть Божий шалом пребудет в сердцах наших Твое устройство и Твое созидание. И пусть тот, кто хочет нас охладить, ничего не выйдет. Потому что с нами Бог. Амен. Спасибо туда, Раба. Спасибо большое.